Друзья, вы слушаете радио «Жидкий стул». В студии снова я, а у приемников вы. Вас ожидает большой сюрприз. Через несколько минут вы услышите не какой-нибудь, а 9-й альбом «Красной плесени». А пока, мои друзья, я хочу вам сказать, что температура и давление в норме. Ноги я сегодня уже помыл, но стул по-прежнему жидкий. Но я рад, что у вас есть приемники, а у меня есть эта студия, и что вы... Life is life! Ля-ля-ля-ля-ля! Life is far away! Ля-ля-ля-ля-ля! Life is far away! Ля-ля-ля-ля-ля! Привет, ребята, тренды дымы, обкурились конопли и снова дружно тормозим, и что-то левое трендим. Мы записали новый бред, его не стоит слушать, нет, а лучше отнести в сортир и выкинуть его тут и... Новый бред не стоит слушать, нет, ты выкинь в туалет весь этот левый бред. Life is life, ля-ля-ля-ля-ля. Life is far away, ля-ля-ля-ля-ля. Альбом 9-й, я в накал, какой дурак его писал. Ах да, простите, это я сына Павел, звать меня. Я б вам совет хороший дал, вы лучше слушайте фристайл. Или, ну скажем так, на-на, вот это точно крутизна. Но плесень нет, не стоит слушать, нет, ты выкинь в туалет весь наш галимый бред. Life is life, ля-ля-ля-ля-ля. Life is far away, ля-ля-ля-ля-ля. Ага. А ты меня любишь? Нет. Так на тебе в репу, подлец. И сопли из носа пошли. Угу. Ага. Сопля из носа потекла. Угу. Ага. Сопля из носа потекла. Сидит кохол и точит сало. Ему набью сейчас ебало. Ебало. Иду. Темно. Гляжу. Пятно. Ням-ням. Вкусно. Нюх-нюх. Говно. Угу. Ага. Сопля из носа потекла. Угу. Ага. Сопля из носа потекла. Осень настала, холодно стало. Птицы говно перестали клевать. Выйдешь, бывало, получишь ебало. Ох и погодка, ебана мать. Ого. Ага. Ого. Ага. Ого. Ага. Ого. Да, а ты меня отдашься? Нет. Так вот тебе в репу трында. И снова сопля потекла. Угу. Ага. Сопля из носа потекла. Угу. Ага. Сопля из носа потекла. А девки косят кукурузу, а сиськи лязгают по пузу, а солнце жалобно пече, и менструация тече. Ага. Сопля из носа. Потекла сопля. Ты ушла, любви не замечая. Разлюбила гадина меня. Так пусть тебя ебет собака злая, а не такое солнышко, как я. Ой. Ага.
сопля из носа потекла. А сейчас выступает Эдита Пьеха! Володя, иди ты нахуй. Сейчас будет петь «Красная плесень». На столе лежит глаз, а под столом стоит таз, а в том тазу стоит нос. Это я его принес. За столом сидит гость, а во лбу торчит гвоздь. Это я его забил, чтобы гость не уходил. Спит красавица в гробу, я подкрался и его. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Чьи-то пальцы от ноги на мясные пироги. Все уйдут до одного, будет вкусно, весело. Всех гостей я обойду, да писалом попишу. Уши в тазик соберу, да пельмешек наварю. Спит красавица в гробу, я подкрался и его. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Сосед мой на очке бьется по параличе. Правда, я здесь ни при чем, хуй к розетке подключен. В дверь стучится мой дружок, он подругу приволок. Не нужна она мне, фу, у меня своя в гробу. Спит красавица в гробу, я подкрался и его. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Зачем нам учеба? Нам ум не товарищ. Да здравствует хлопанье влажных влагалищ. Я 15 лет первый раз дала, первый раз дала клятву верную. Если б знала бы, не давала бы целовать себя в губы алые. Ах, как больно мне, когда ты на мне, когда ты на мне взгляд проводишь свой. Ах, как булькала, ах, как хлюпала, когда ты спускал шлюпку на воду. Угощать тебя раком вареным, с пивом пененным. А теперь моя шире маминой, шире маминой, юбка белая. Как смеялась я, когда ты кончал, когда ты кончал песню петь свою. Как любила я, когда он стоял, когда он стоял у моих ворот. Я хочу тебя, я хочу тебя, я хочу тебя пригласить в кино. Что бы там ты дал, что бы там ты дал, что бы там ты дал
Ну, просто у меня нет слов. Слушайте, где мои слова, действительно, где слова? А, вот слова. Ну, пиздец. 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 Повестка мне пришла как то, что скоро в армию служить. А с нею я пошел в сортир и подотер свое очко. Повестка как-то по хую, ведь оптимист я по нутру. Но ночью звонят мудаки в военной форме и шнурках. Подсрачников набили мне, крича: у нас, блядь, недобор. И вот в стройбате я служу, кирпич кладу и в сапогах. Пиздец. Сапогах. Пиздец. Пиздец. Друзья мне пишут: закоси, ты по ночам в постели сы. И вот кашу на анурез, постель воняет, аж пиздец. Деды все поняли в момент, решили вылечить меня, мне дали пару пиздюлей. Я моментально стал здоров, теперь в постели я несу, зато на нарик и кашу. Медчасти спиздил старый шприц, с ним по ночам в сортир бегу. В сортире с шприцем я дрочу, пусть думают, что я колюсь. По плацу бегаю я с ним, и на параде он со мной. Все снова поняли деды, и снова дали мне пизды, и сняла ломки как рукой, и снова хочется служить. Траншею рыть в сапогах, какая это благодать. Траншею рыть в сапогах, какая это благодать. Пиздец. Ну просто мешок пиздецов. А я пошел однажды в лес, чтобы грибов позабирать. Но лишь поганки мухоморы я стал в корзину брать. Они воняли землей, они воняли говном. Но лишь такие грибы мы с друзьями жуем. Ведь говорят, от тех грибов уж ставка очень хороша. Грибов хочет, хочет вся моя душа. Грибки, как это мило, прет, прет без перерыва, вот, вот. А я принес их домой и разложил хорошо. 5 штук я схавал сначала, потом прихавал еще. Так я нажрался грибов, и крыше сразу хана. Приподнимается крыша, улетает она. А если схавать еще и пепси-колой забить, то начинает желудок очень сильно мутить. Галюны начинают мои мысли забивать, и от этих галюнов я начинаю громко ржать. Грибки, как это мило, прет, прет без перерыва, грибки. Как это мило, вот, вот. Ко мне пришел корефан, вдруг увидел грибы, и он сказал: заебись, грибов похаваем мы. Мы их хавали с приправой, мы их хавали везде, со сметаной, с майонезом и в янтарном вине. Мы их хавали сидя, мы их хавали лежа, и на голове мы их хавали тоже. Грибки без перерыва, прет, прет как это мило, грибки без перерыва, вот, вот. Но вдруг в параше я услышал чей-то стон. Грибы меня кумарят круче, чем самогон. В парашу я заглянул, там корефан мой стоял, и он, согнувшись пополам, на унитаз мой плевал. Мой унитаз он обливал. Я сказал: постой, а ну иди-ка проспись, ты лучше, сука, домой. Ну, гора пиздецов. 2 восклицательных знака, бурные продолжительные аплодисменты, запятая, все встают. Thank you.
мальчик с грязной попкой, ржавой отверткой, нагло ковыряется в зубах. В зубах! В зубах своей бабушки. Бабушки! Он только что замочил мясорубкой свою бабушку. Бабушку! Чтобы стащить у нее золотые зубы. Любимая бабушка, ты внука прости за то, что он так тебя смертельно убил. Любимая бабушка, он зубы продаст и купит своей девушке розовый тампакс. Маленький мальчик, слезу утирая, зубы золотые спрятал в зеленый платок. Зеленый платок! Очень надежный. Надежный очень! Он последний раз посмотрел на свою, бля, бабушку. Бабушку, бля! И помахал на прощание ей своей правой рукой. Рукой! Любимая бабушка, ты внука прости за то, что он так тебя смертельно убил. Любимая бабушка, он зубки продаст и купит своей девушке розовый компакт. И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь. В темных, вонючих тупиках бесплатной параши кинотеатра «Октябрь» сегодня ночью. Арнольд Шварценеггер в фильме «Пидор-убийца». Историю одну мы хотим вам рассказать. Как с корешем и Колой мы отправились гулять. Было очень темно, мы по городу шли. Вдруг откуда ни возьмись, впереди две чиксы. И Остап мне говорит: пошли мы, Кола, вперед. Эти чиксы для нас, нам сегодня повезет. Ему долго не пришлось уговаривать меня. Через несколько минут одна была моя. А Остап обнял другую: я тебя люблю. Он шептал, целуя девочку свою. Ну а я же перед тем, как подругу обнять, начал очень досконально я ее изучать. Очень нежно ебало и приятный голосок. Но однако у нее вовсе не было сосок. Ну а мне эта деталь охуительно важна, и поэтому подругу я отчалил от себя. И она ушла к Остапу, он к обоим приник. От волнения такого, сразу выкатив язык. Было очень темно, мы по городу шли. Бас, хуяк, из-за угла нас осветили фонари. И вот тут я у подруги, блядь, заметил щетину. Никогда я не видал еще такую хуету. Сразу много левых мыслей появилось в голове. Я момента понял все, и стало весело мне. И от смеха я чуть-чуть ебалом на пол не упал. Когда кореш наглой рожей их обоих целовал, я катался по земле, как придурок хохотал. Ну а мой дебильный кореш ничего не понимал. Он сказал: ну шо, девахи, и руки сунул им в трусы. И вот тут он напоролся на багровые хуи. Девки визнули противно, изменив фальцет на бас. Ты чего в трусы к нам лезешь, как последний пидорас? Мы тебя отпидорасим, сами только попроси. У Остапа от испуга струйка брызнула в трусы. Тихо икнув, громко пернув, мы с Остапом убегать. Не догонят гомосеки, извращенцы вашу мать. Ёбаные трансвеститы, чтобы жилось хорошо. Не поедем больше в город, нам в деревне ничего. Чего?
нам в деревне ничего. Ну просто 3,5 мешка пиздецов. А мы забрались камыши и накурились от души. И наконец я преподнес гашиша гусь тебе под нос. И я сказал, что это ландыш, но тебя не наебешь. Да тебя не наебешь, гашиш на ландыш не похож. Потом забрались мы в чулан, колес мы наглотались. Там и тут я взял да преподнес 3 колеса тебе под нос. И я сказал, что это ландыш, но тебя не наебешь. Да тебя не наебешь, тарен на ландыш не похож. Таблетки разные, хорошие, заразные. Вы меня дороже всяких косяков. И только вы моя последняя любовь. Шла девочка с дедушкой вдоль речки, смотрит, говно плывет. Ну а девочка и спрашивает: дедушка, откуда оно? А дедушка и говорит: было это давно, жил принц и принцесса. Принц уехал воевать, а принцесса, подумав, что его убьют, утопилась в этой самой речушке. Спрашивает вновь девочка: а говно-то откуда? А я ебу, насрал кто-то. Кошмарики навязово смотрел я перед сном. Очень испугался и на трусах пятно. На черно-темном небе яркая луна. За дверью кто-то дышит, короче, не до сна. С дрожащими коленями я подошел к глазку. И из клоаки вырвалось немного запашку. Я в этом был уверен, за дверью Крюгер был. И поэтому я дверь свою комодом завалил. Не испугать вам, ведьмы, меня. Пусть обосраны трусы, это все хуйня. Не боюсь я крюгеров, вурдалаков упарить до занавески своей. До занавески своей. В темном коридоре затрезвонил телефон. Я обосрал свою постель, пропал мгновенно сон. Из трубки раздался пропитый грубый бас. Я подымаюсь к тебе, жди меня сейчас. Я понял, это Крюгер, теперь мне пиздец. И яйца больно сжались, и зажмыхался конец. Обратно запихав котях, я в ванну побежал. И мощный дедов молоток под руки мне попал. Я у глазка застыл, за дверью мракота. На первом этаже закрылась дверь лифта. В косяк мой перекошенный кто-то постучал. Я дверь открыл и по башке с размаху уебал. Спичку в темноте зажег, узнал тебя. На коврике корежилась девушка моя. Нехер было, милая, басить мне в телефон, ведь ты прекрасно знаешь, что Крюгеры кругом. Кругом. Не испугать вам, ведьмы, меня.
пусть обосраны трусы, это все хуйня. Не боюсь я крюгеров, вордалаков, упырей, да занавески свои. Группа «Красная плесень», перенося несгораемый сейф с единственными оригиналами 7 и 8 альбомов со студии на студию, случайно потеряла его на территории Массандровского винно-водочного завода. Просьба нашедшего позвонить нам прямо сейчас и прямо сюда. Лебеди летели, бабу выебать хотели. Баба три версты бежала, кулаком пизду держала. Не надо Пугачеву и не надо Воронец. Полежать, подуваем, подержаться за конец. Моя милка от тоски проглотила три доски. После около недели с жопы ящики летели. Ты не жми меня к забору, не целуй меня в засос. У меня гипертония и хронический понос. Села баба, натянула себе струны на пизду. Да мы сроду не слыхали клевой музыки такой. Полюбила я пилота, он взял да улетел. Светил я от самолета, разбомбить меня хотел. Все по плану, срать вилять по килограмму. Жрать дают по 200 грамм, ты насри ка килограмм. Ой, подруженька моя, я поймала соловья. Посадила между ног, он чирик-чирик-чи сдох. Председатель на машине, бригадир на лошади. Бабка старая с мешком, похуярила пешком. Я купила холодильник под названием АК. Рыбы нету, мяса нету, положу пизду пока. Из Америки приехал замечательный купец. Позолоченные яйца и серебряный конец. Дедушка, гляди, куриные окорочка летят. Это ты перебрал, давеча, внучок. Куриные окорочка не летают. Вот лучше сказочку послушай. Ена, дай рубь, на видак схожу, попросил Чебурашка как-то у доброго крокодила. А хо-хо, не хо-хо? Ты прошлый раз на порнуху ходил, а потом, сука, ко мне всю ночь приставал. Нет, нет, мой любезный друг, я теперь на боевик попиздячу. Ну хорошо, урод, обломалась земноводная зеленого цвета. Най, пиздуй. Прошло 2 часа. Дверь вышибла на бок от мощного удара снаружи. Ена упал с кровати и спросил, жалобно виляя хвостом, «Кто там?» «Молчать, зеленое! Это я, Чебуратор!» Вчера я шла по кладбищу, и вот решила я пасать. Как только начала сливать, вдруг из куста да на меня с ушами кинулась херня. От страха я на землю шляп, а он меня туда-сюда. И это самое... Это Чебуратор был. Это Чебуратор был. Человек, которого отымел Чебуратор, сам после смерти становится Чебуратором. Трактат 10 Тайного Писания, страница 276, третья строчка сверху. Сейчас я свистну, и диджей поставит вторую часть дебильного рок-н-ролла. Чего-то не получается у меня свистеть.
мальчик тихоня шел из кино. В доме напротив открылось окно. Выстрел раздался в ночной тишине. Долго дымилась дыра в голове. Мальчик зимою по льгине гулял, вдруг поскользнулся и в прорубь упал. Долго ручонки хватались за льгинки, нет, не видал я смешнее картинки. Девочка в садике в мячик играла, мячиком дядю случайно попала. Дядя надулся, уе газа, долго на пальцах моргали глаза. Голые бабы по небу летят, в баню попал реактивный снаряд. Мальчик Алёша варил холодец, по полу ползал без ноги отец. Старый электрик вышел за водкой, маленький Вова занялся проводкой. Рубильник включила злая рука, хлопьями пепел летел с потолка. В детской коляске ребенок лежит, глазом единственным в небо глядит, чешет беспалой ручкой протез, мучит ребенка болезнь диатез. Дети в подвале играли в гестапо, зверски замучен сантехник Потапов. Вся у него еще жизнь впереди, если он вытащит лом из груди. Маленький мальчик по стройке гулял, башен экран в небо груз поднимал, тяжесть не выдержал старенький трос, мальчик ушами к сандалям прирос. Красные галстуки реют на сквером, бомба попала в дворец пионеров. Выше лишь сиська большая летела, это погибла вожатая Стелла. Дуня в лесу собирала малину и наступила на ржавую мину. Долго я буду видеть во сне ее голубые глаза на сосне. Два вафла пошли охотиться на уток и взяли с собой собаку. Вернулись без добычи. Усталые, злые. Не повезло нам, говорит один. Не в том дело, отвечает второй. Надо было собаку повыше подбрасывать. Я открою вам секрет, у меня есть дед, мой любимый дед, он сельский полицай. Вам секрет открою я, уважают все меня, девки любят все меня, потому что мой дед полицай. Мы пойдем с дедом в лес собирать грибы, и он местным партизанам надает пизды, чтоб костры не палили и не портили природу, чтобы громко не ругались рядом с дедом полицаем. Потом зайдем в гестапо, он напишет отчет о проделанной работе и достанет карабин. Пионера-героя он немного расстреляет, чтобы этот хулиган уважал полицаев. Ответственное матча, нарушение, будет свисток, арбитр кашляет, шатается, снова нарушение, и кай, да он же пьян.
Только один из игроков знает, как ему помочь. Новые пиздецы от кашля. Один пиздец, он проводит арбитру в живот. Еще один сильный пиздец в нос. И... О чудо! Арбитр снова в порядке. Игра продолжается. Только мне выдали новенький ЗИЛ. Сразу червонец на счастье пропил. Сел за баранку, нажал я на газ. Стрелка спидометра ёбнула в глаз. Только я выехал за поворот, кузов рассыпался, ёбаный в рот. Гайки скрутились, а ёб твою мать, шины спустились, а мне поебать. I like it, move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to Жму на сцепление, он тормозит. Я по гальман, как ракета летит. Вместо бензина я пиво залил. Все равно едет вот это, блядь, ЗИЛ. В пятом цилиндре девятой свечи. Масло застыло, хоть хуем дрочи. Я подрочил и, поверьте, завел. Только мозоль на руке я натер. I like it, move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Иди сюда. Вопрос контрольный. После какой процедуры у главного героя песни появился мазон на руке, а? Мы сидели на скамейке, говорили про дела. Ты шептала мне на ухо. Я сидел и думал, во бля, шо за антиквариат. Те, наверное, трусишки не стирались 8 лет. И не Слав, и не Влад, поцелуй дрова в живот. И не Слав, и не Влад, поцелуй кобылу в зад. Еще сказала где-то после 9, что лифон свой уронила в речке сдохли караси. Я сидел и думал, во бля, шо метелит на песа. Да она уже не мылась где-то года полтора. Мы сидели до рассвета, вдруг завыли петухи. И Снегурочка Просковья зеванула от тоски. Балалайкин от испуга даже пару струн порвал. Те, которые из чугуна сделал Федор Хомняков. И не Слав, и не Влад, поцелуй дрова в живот. И не Слав, и не Влад, поцелуй кобылу в зад. Ау! Два приятеля утром после именин третьего похмеляются. Один раздумывает. Слушай, Василий, у лимона есть ножки? Ты что, очумел? Нет, конечно. Вот я и думаю. Значит, я вчера в коньяк хозяину канарейку выдавил. Мне смешно! Меня с детских лет шизофренический бред. Я хожу и пиздю все какую-то хуйню. А о чем я трындю, да и сам я не пойму. Я хожу и пиздю кукунали кукулю. Кукунали,
Я кривой и косой, я хромой и тупой. Да, высунув язык на всех, я брыжу слюной. Меня в армию не взяли, а я очень хотел, потому что постоянно кукуналю я трындел. После этой галиматьи я даже пукнул от волнения. И это еще скромно, потому что Володя уже просто обосрался. Вечером на лавке курнули мы с тобой. Я поплелся провожать через мост тебя домой. Птицы громко пели, а еще урчал живот. Утром бабка Афанасья кислый мне дала компот. Мне вдруг стало так тягово, что перекосился рот. И я матом обложил бабкин ебаный компот. И крепился, и держался, но хотелось пердануть. Слева речка, справа пруд, мне домой не дотянуть. Нежно обняла, потянула в камыши, а у меня еще сильнее чего-то булькнуло внутри. И вот тут я не стерпел, взял и громко пердонул. Мощный газовый поток моментально тебя сдул. И подруга по обкурке к лярвам полетела вниз. Бульбы пенистые сразу над водою расплылись. Лярвы громко разлетелись, отрастав с испугу в рот. Быстро дрыгая ногами, ты как кал пошла ко дну. Постояв недолго, думал, нафиг лезть мне за тобой. Туфли новые измажу в тени грязной болотной. И побрел я, напевая песню группы Eyes of Base. Нафиг портить мне ботинки, когда завтра Новый год. И подруга по обкурке к лярвам полетела вниз. Бульбы пенистые сразу над водою расплылись. Лярвы громко разлетелись, обдрыстав с испугом рот. Быстро дрыгая ногами, жопой вниз пошла ко дну. Если был бы я бумагой, да к тому же туалетной, не любили б меня люди, потому что я вонючий. Сегодня утром я курнул и, как обычно, перданул. Слегка нагнулся унитаз, и сдохла муха на лету. Я вспомнил первую любовь, как я тебя в сортире драл. В кабине номер 45 в хамно свалился твой пенал. Моя ты школьная любовь, тебя я не забуду, нет. Твои зеленые трусы и ноги волосатые. Сняла свой ленинский значок и встала раком у бачка. А под тобою унитаз, с нем было доверху говна. Летали мухи тут и там, садясь на свежее говно. Потом слетев на потолок, на пол и на твое лицо. Ты мне шепнула, я твоя. Рукой уперлась обочок. Сняла зеленые трусы, из пола подняла бычок. Но по неопытности я попал в отверстие не то. Ты долго охала кряхтя, мой хуй попал тебе в очко.
Когда я высунул конец, то на залупе увидал вчерашний свежий холодец и шкурки красных помидор. Моя ты первая любовь, тебя я не забуду, ду. Ты подарила мне любовь и помидоров кожуру. Ну ничего себе, блядь, любовь. Я лежу на поляне, яйца чешу, вот ползет по залупе моей муравей. Он машет усами, хихикая громко. Видимо, сволочь, блядь, что-то задумал. Клыки заблестели, он облизнулся и больно вцепился в интимную шишку. Я крикнул, булыжник схватил, замахнулся и ёбнул ему по башке очень сильно. Хрясь! Ёб твою мать! Хрясь! Ёб твою мать! Хрясь! Ёб твою мать! Хрясь! Ёб твою мать! Хрясь! Если б я имел бы крылья, да еще пропеллер в жопе, то, наверное, на обувь я б не тратил всю зарплату. Мы будем собирать металлолом, но вместо этого мы будем собирать металлолом. Когда день идет к концу, я собираюсь на дискарь, чтоб на дэнсе снять козу и размазать с ней пузырь. Я тоже чапаю на дэнс, чтобы там заснять козла, а потом с этим козлом веселиться до утра. Ой! Но вместо этого мы будем собирать металлолом. Группа «Красная плесень», перенося несгораемый сейф с единственными оригиналами 7 и 8 альбомов со студии на студию, случайно потеряла его на территории Массандровского винно-водочного завода. Просьба нашедшего позвонить нам прямо сейчас и прямо сюда. Море гладит шум волны, но я не слышу ни хрена. Ты ушла, забыв трусы. Я их нюхал до утра. А когда пришел рассвет, я сложил трусы в конверт. Завтра снова их нюхну и в отключку упаду. Фетишизма. 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 Друг принес мне анаши. Нахер мне это анаша. У меня есть ведь своя. Если хочешь, ты нюхни. Это круче анаши. Фетишизма. 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 Трамвай, 10-й номер, весь обшарпанный и грязный. Штанги от сети срывались через каждые 3 метра. А водитель была тёлка с рожей наглой и прыщавой, носом сломанным и красным, на конце сопля засохла. Засохла сопля. Цвет волос, как у блондинки, но растут они клоками. Плешь лишайная с овшами, им расти мешает сильно. Серые глаза ее смотрят очень косоглазо. На одном бельмо большое, а другой глядит направо. Направо глядит. Но в
трамвая, блядь, не сяду. Я куплю себе газету, а еще журнал «Мурзилку» и пойду посрать за угол. За угол, за угол посрать. Посрать. Если вы штатские все такие умные, то почему в столовую строем не ходите? Тут один комик подходил, спрашивал, можно ли это заменить на то. Я ему сказал, нет. Сначала там, потом здесь. Почему вы явились на занятие военной кафедры? В штанах наиболее предполагаемого противника. Что вы за ногти на ногах отрастили? Как у орла. Хоть по деревьям лазай. Кинокомпания The Bill Pictures представляет фильм «Ёлы-палы», часть вторая. Призвался в армию я в январе. Нам выдали белила, чтобы снег подбеливать. О-о-о, красиво было, что в армии. Потом нам дали надувной автомат, чтобы могли ворон отпугивать от кухни мы. О-о-о, чтоб нам досталось больше овса. Мне дали клевую огромную тряпку, чтобы я мыл очко в парашах нашей армии. А за хорошую работу меня не дали горячих, теплых пиздюлей, как клёво в армии. Deutschen Soldaten und Unteroffizieren, Konzentration mal für. Идут дистрофики в больничную столовую. Что у вас сегодня на ужин? Макароны? Опять эти трубы глотать? Быстро вечер настал, зажглись на улицах огни. Очень грязный подвал, закрытый, некуда пойти. На обоссанных ступеньках стоит банка воды. Мы хуярим самогон, остальное до пизды. Ты что же, сука, охуела, упала в угол, стерва спать. Подъезд весь падла, обрыгала, ёбаная, конченая, блядь. Я подошел к тебе впритык, ногою уебал. Ты рот открыла, с языка вонял вонючий кал. В позе эротичной лежала ты в углу. Обрыганные волосы стелились по полу. Кривые ноги в синяках расставила ты, блять. Твоя немытая пизда уж начала вонять. Я подошел и с носоря тебя поцеловал. Стянул штаны на твою рожу, кучу навонял. А в твое ухо затушил бычок горячий свой. Спустился по ступенькам вниз, пошел к себе домой. Раньше ты была хорошей и скромной девочкой была. Училась только на пятерке. Ну а теперь ты конченая, блядь.
дым сигарет, самогонка. Нарик в углу рыгает, подруга его отвернулась. Очень уж сильно воняет. А я поправлю галстук, к ней подойду в синих кедах, оторву ступ, прилипший к жопе, и нежно скажу: отдайся. Губы ее как маки чавкают и целуют, язык отвисает нахуй, трусы на пол сползают. А завтра я буду дома, а завтра я буду с другою, но никогда не забуду твою пизду с бородавкой. Ау! Собрались гладиаторы с четырех сторон света на гладиаторские бойни. В жестоких схватках выжил только один. Кровавый будкач Чукча по имени Пушистый Зайчик. Девушка в очках, милая такая, автобус быстро едет, а ты стоишь и плачешь. Скажи же, что случилось, скорее мне откройся, а если не расскажешь, то я тебе дам в репу, девочка. Мороз ведь очень сильный, ты не плачь, а то сопля замерзнет, девочка. Рассказывай скорее, что случилось, а то я любопытный. Купила я тампон с названием Pampers Uni, но он такой огромный, что еле запихала. Согнулся он в гармошку и вылезти не может. Но что теперь мне делать? Скажи, Пашок, скорее. Да тут секрета нету, нужна здесь монтировка. Пихни ей посильнее, и будет все пиздаста, девочка. Мороз ведь очень сильный, ты не плачь, а то сопля замерзнет, девочка. Сними ручник скорее, ведь Pampers Uni — это не тампоны. Это не тампоны. Дорогие друзья, у меня нет детей. Я бездетный. Это у меня наследственное. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной. А откуда же ты? Я из Ялты. Ты смотри, да? Position number one. Отдыхаю сам. Position number two. Тебе звонить.
снова number one. Ты говоришь, не дам. Position number three. Ко мне иди. Position number hop. А то получишь в лоб. Position number бля. Ты у меня. Position number six. Черик пиздикс. Я знаю точно, знаю наверняка. Сегодня вторник и ты дома одна. И я тебя ебу. Position number two. Я знаю точно, знаю наверняка. Сегодня вторник и ты дома одна. И я тебя ебу. Position number two. Чего? Прежде всего, нам хотелось бы выразить огромную благодарность самим себе за проделанную работу. Спасибо! Если вы повнимательнее посмотрите на изготовленный в Гондурасе подкассетник 9-го альбома, то вы увидите наши рожи. Так вот. Второй слева – Яцина Павел, вокалист группы, причем его фамилия начинается не с какой-нибудь буквы, а с буквы «Я». Вторая буква – «С». Рядом с ним в немецкой каске и с кровавой гримасой на лице – это наш добросердечный гитарист Таран Антон. Причем его фамилия начинается с буквы «Т». Вторая буква – «А». Крайний справа, зажав за спиной трофейный автомат своего дедушки, а в другой руке золотые зубки своей бабушки – к сожалению, этого не видно из-за его спины, смотрит добрыми глазами наш конферансье по имени Диджей Эй. Да, это я, конферансье, Диджей Эй. Причем первая буква – это буква G, а вторая – J. Крайне слева – певица Олеся, причем первая буква О, а остальная – Я. На заднем плане еще одна певица Лена. Ее, к сожалению, не видно, потому что она в этот момент пересела по нужде. Ну, я имею в виду, она просто устала стоять. К нам пришло порядка 600 писем со стихами. Из них мы отобрали несколько лучших и присовокупили их к нашему альбому. В связи с этим мы выражаем огромную благодарность тем, чьи стихи вошли в 9-й альбом, а именно Заматаеву Владимиру, Ялта, Туравееву Андрею, Мариуполь, курсантам Коновалову и Еремизину, Симферополь, Сергею по кличке Философ, Капаницы из города Бердичева, Лене и Сергею Курчевым из Ставрополья.